Федеральном университете широко отметили один из главных индийских праздников. Дивали – это праздник света, который разрушает тьму. Именно поэтому во время Дивали все дома в Индии украшают гирляндами и лампадами. Фестиваль длится 5 дней, из которых самым значимым является 3-й. Именно его посетил ректор университета Андрей Фалалеев. Это победа света над тьмой. Мне кажется, это важно для нас, для всех ощущать. У нас действительно очень сильная, мощная группа индийских студентов. И на то, насколько они эмоционально откликаются на все свои же мероприятия. Мне кажется, даже в танце у них язык жестов. Им не надо говорить даже, что что-то происходит. В национальной культуре Индии Дивали считается аналогом европейского Нового года. В дни праздника богини богатства и благоденствия Лакшми привлекают яркими огнями и ранголи, рисунками из цветного песка. Это очень особенно для нас, нашего факультета и университета, организовать такое прекрасное мероприятие. И это трогательный момент. После традиционной молитвы пуджа и освящения огнем студенты медицинской академии из Индии подготовили праздничный концерт из традиционных и современных песен и танцев. Спасибо за возможность устроить такой праздник. Дивали – это праздник света и процветания. И я желаю всем счастливого Дивали. Пускай он принесет эти свет и процветание в жизнь каждого. Праздник добра и света посетили более 500 студентов и гостей, получив возможность узнать больше о культуре народов, обучающихся в Крымском федеральном университете. Нина Келли, Никита Шостак, пресс-служба Крымского федерального университета.